Дальневосточные гектары можно будет оформлять в собственность досрочно. Об этом сообщил Юрий Трутнев на совещании в Якутске. Участники программы по выделению 1 гектара земельных участков на территории Дальнего Востока могут получить возможность приватизации полученной земли до завершения 5-летнего срока при условии его освоения. Об этом в ходе рабочего совещания сообщил полномочный представитель президента России в ДВФО Юрий Трутнев. Также одна из тем, обсужденных на мероприятии, создание новых населенных пунктов в рамках реализации в Якутии федерального закона о дальневосточном гектаре. В республике пока таких 5 населенных пунктов. Больше всего заявок в селах Тихтюр и Нижний Бестях Мегина Кангаласского района. Мы увидели, что в рамках получения людьми 1 гектара образуется целое новое поселение. Мы поняли, что мы обязаны поддержать этот процесс. И я скажу честно, тогда в определенной мере на свой страх и риск сказал, что мы обязательно поможем каждому поселению, потому что никакого финансирования ни в одном бюджете на эти цели не было. Просто мы не знали, что насколько активно этот процесс пойдет, и мы не знали, что будут новые села образовываться. Но мы взяли на себя эту ответственность и сказали, что будем помогать. А вот сейчас я совершенно точно вижу, что сил у нас хватит, финансов тоже. Мы ставили нижнюю планку 100 человек. Сегодня мы выделили в том числе финансирование на дорогу и энергоснабжение, скажем так, месту компактного поселения, где 71 человек. Ничего страшного в этом не вижу. Но людям надо искать соседей, чтобы еще больше людей жило. Тогда мы будем помогать. Но точно будем помогать каждому новому селу, которое будет образовываться на территории Дальнего Востока.